Fucking bitch! Ага! Вы голые ходите, вы знали? Максимально неприлично! Да! Есть! Ну, наконец-то! Господи, как долго... Всем хай! С вами Юджин, и сегодня, друзья, вы видите, что у меня нет улыбки на лице, потому что я знаю, что сейчас предстоит мне ужас, вопиющий кошмар. Мне придется пережить вместе с вами. Мы снова играем в Madison. Это уже второй эпизод. Первый вот здесь можете увидеть, или вот плейлист можете посмотреть, будет на него вот ссылка внизу в описании. Лайк поставьте сразу, раз уж вы там роетесь в описании. Подпишитесь на канал, если вы еще не подписаны. А чё, нас сюда откинуло? А, у нас здесь последний чекпоинт. Значит, нам снова нужно идти на чердак. Нам придется заново расположить все эти картины, где они у нас... Нужна круглая. Круглая. Вот сюда. Хватит трещать. Хватит трещать, на нервы мне действуешь. Стоп, почему здесь... Да, знак вопроса. Охрен, да, почему здесь знак вопроса? По фигам. Стоп, а мы смотрели эту картину или не смотрели? Вот мы можем здесь 60... Нет, тут ничего такого интересного нету. Да, ничего в картинах нет интересного. Я вдруг задумался, почему я могу обратно взять эти картины. Возможно, расположение этих картин должно быть как-то по-другому. Потому что, когда я их повесил, ничего не произошло. Вот, например, вот здесь у нас, видите, 43. Что это значит? А вот здесь... 5 лет. Он говорит об этом. 68. Вот здесь знак вопроса. А мы фоткали вообще это? Давайте попробуем сфоткать. О! Дергалось! Дергалось! Только покажи, что ты дергаешься. 38. Он вычислял здесь что-то, видит? 38 плюс 13 равно 51. 38, 38. Что это значит? Короче, окей. Чё, а чё, а если вот здесь сфоткать? Давайте заберем. Слишком? У меня много предметов в инвентаре, нифига себе. Ладно. Здесь 38, да? А у нас есть что-то 38? Здесь 33. 5. 68. Вот это... Так. Берем камеру, фоткаем здесь. Воу! Десять. А здесь? Блин, как это интересно. 13? Окей, давайте повесим ее вообще по фигам. Надо вот эту картину взять. Здесь 56. Дайте подумать. А здесь 25 написано. Так, хорошо. Тут всегда видят 38 число присутствует. 13, 10. Нам нужно 43 получить... Стоп, а мы вот это фоткали? Да, это ни о чем. Я вот рассматриваю фотографии и... Видите, 38 плюс 13. 38 плюс 13. И вон там я вижу 43. 3 плюс 38 равно 43. Вот у нас есть картина, например, 33. А 33 плюс 10 равно 43. То есть, типа... Погодите, если мы... Здесь 33 плюс 10, получается 43. Значит, ее, ну, надо вот сюда. И тогда мы получаем вот то число, 43. Блин, как же ты действуешь на нервы? Как же ты действуешь мне на нервы? Вот, следующие давайте фотографии смотреть. Где фотки все? 13. 13 плюс 30... Как тихо стало, да?
Офигеть. Но 56 лет, например, гораздо больше 43. Это, то есть, получается, надо отминусовать. То есть, это нужно 13. У нас есть 13? Да, у нас есть 13. 13 это квадратное. Ну-ка. Вот этот заберем. И попробуем квадратную... Ой, на квадратную поставить вот это с 30... Где 33 у нас? Ой, какой 33... 56, вот. Минус 13, получаем 43. Окей. 38 плюс 5, получаем снова 43. Значит, вот сюда нужно, который 5, 5, 5, тебя. Правильно? Ой, правильно. Вот! О, кто-то ломится сюда. Там что-то... Что это? Дверь! Отлично! Сейчас мы... Как мне? Ой, я не могу вылезти отсюда! Я застрял! Я носом застрял! Я не буду смотреть. Блин! Ладно, даже камера не понадобилась. Окей. Короче... О, что это такое? Мы будем находить вот так вот эти красные двери и через них проходить во всякие супер-классные места, где мы будем находить... Что это? Это что? Я даже не знаю, если честно, что это такое. Как будто зажигалка, да? Похоже на зажигалку. Экипировать. Да. Да, мы будем использовать какой-то предмет. А как пользоваться? Оп. Окей. О, блин. Руки. О, мы в воде. Тут отпечатки рук на стенах. Чувак, ты видел гораздо страшнее вещи. Чё ты паришься? Меня зовут! Так, зажигалка, не подводи. Отпечатки прервались. Она прям сзади меня, да? Я не буду смотреть. Как мне понять, куда мне... Я посмотрел. Зачем я это делаю? Стоп! Отпечатки прекратились, но нам нужно идти именно, наверное, вдоль отпечатков, да? Черт. Черт. Погодите, в какую... Я запутался. А! Хватит. Отпечатки! Вот. Слышите, она нас зовет. И мы уже не вернемся, ведь, да? Ой. Нет. Что-то я неправильно делаю. Короче, нам нужно будет повернуть налево, скорее всего, потому что... Голос-то оттуда, да, я слышал. Мы как будто поворачиваем все время. Да, 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 она вот здесь. И опять поворачиваем. Что-то есть. Что-то появляется, какие-то мусорные мешки. Пожалуйста, зови меня. Я не понимаю, куда мне... Дайте... Блин. Издай звук. Демон ночи, издай звук. Призови меня. Я должен к тебе пройти каким-то образом. Здесь? Очень близко. Да... Мужаемся, идем вперед! Так, ну-ка.
Давай. Скажи мое имя. Спасибо. Я честно не уверен, что я правильно иду. Давай. Еще раз. Мать, ты где? Я ж хз, куда идти? Как-то меня смутили этими отпечатками, я думал, что... Ага, ладно, походу обратно нужно. Ты можешь быстрее говорить, сразу, четко, куда идти? Сраный навигатор. Очень сраный. Наверное, сюда. Надо сделать максимально напряженное лицо, чтобы мы не теряли самообладание. Серьезно? Так. Блин! Господи! Это так нервозно все. Женщина, вы задолбали. Куда? Ждем указаний. Хрен с ним. Я просто буду идти. Сколько скримеров таких должно быть? Непонятно. Но я вот понял, что когда она говорит так прям близко, как будто бы, то значит сейчас будет скример. Оп! Что? Теперь-то что? Слышите? Водичка льется, журчит где-то. Где-то. Опа! Нет, только не говорите мне, что я в самое начало пришел. Да, реально, но я должен был проверить. Это будет долгий эпизод, судя по всему. Она молчит. Слышите, она молчит. Ни слова не хочет мне сказать. Опа, здрасте. Чё за? Ну-ка, давайте сфоткаем. Красные коллекционные предметы. Чего? Я коллекционку просто нашел. Шляпа какая-то. Нафиг она мне сдалась? Я здесь не ради коллекций. Я лишь бы душу свою спасти. Вот для чего я здесь. И долго это будет продолжаться? Я брожу здесь уже часа три, наверное. Серьезно, я даже не преувеличиваю. Честно вам говорю. Не, ладно, я тут хожу. Она ни слова мне больше не сказала. Возможно, я ее как-то обидел, оскорбил. Она решила просто на меня обидеться. Стало внезапно тихо. Никакого ориентира нету. Ладно, был ориентир, когда она скримера хоть пускала и когда говорила. Но теперь вообще пустота. И я, кажется, опять иду туда, откуда пришел. Что? Я тебе тоже могу так сказать. Сука. Потому что ты ни хрена не помогаешь. О, нет. Черт, тупик. Ладно, давайте помолчим. Молчите, ребят. Чш. Я пытаюсь найти. Потому что я... за своей болтовней тоже ни хрена не слышно.
Черт, в этот раз она дольше стояла! В этот раз она дольше стояла! А, хватит музыка! Господи, так долго эту музыку тянут потом, вот после этого страха, чтобы я больше страха испытывал. Опять возвращаюсь, ты посмотри на... Найн. Да, меня закручивает просто. Закручивает обратно. Son of a bitch. Ладно. Пошли вот сюда. Мы здесь свернули вот так, а мы не пойдем. Или мы не сворачивали, я не помню. Идем просто напрямую. Так, сейчас она опять... Нет, ладно, хорошо, хорошо. Вот она там сказала. А мы вот сюда пойдем как раз. Опять заворачиваем. Нахрен. Су, бульба. Опять заворачиваем. Не-не-не-не-не. Тут, возможно, имеет место быть вот эти всякие фишечки, которые делают такие игры. Они запутывают лабиринты и перемещают нас в то место, в котором мы уже были. Короче, если мы идем неправильно, то, наверное, начинает туннель изворачиваться. Вот, видали? Сейчас. Да пошла ты! Да пошла ты! Fuck you, bitch! Смотрите, опа, заворот. Хорошо, это заворот. Мы идем туда, где прямо. Да? Правильно мы... Я не знаю. Вот смотрите. Не даем с пути себя сбить. Или, стоп, нет, завороты пошли, нафиг. Завороты пошли, нахрен. И я пришел в самое начало. Окей, но это на самом деле плюс, что я пришел в начало. Тогда у меня не было вообще никакой карты местности, а теперь есть представление. Итак, мы там начало, там тупик. Теперь идем сюда. Мы поворачиваем. Значит, прямые и изворачивающиеся коридоры — это не ориентир. Ориентир хрен знает что. Походу, игра реально хочет, чтобы мы взяли и составили карту мысленно. Черт тебя дери! Черт тебя дери! Так, хорошо. Теперь мы можем пойти вот сюда, например, да? Если мы пойдем сюда, то мы сделаем адский поворот. Погоди, давайте не будем идти тогда. Вернемся обратно. Потому что, скорее всего, вот если сюда не смотреть, а вот так, мы сейчас увидим поворот. И мы придем, мы должны, по идее, прийти вот к этим доскам. Давайте попробуем это сделать. Сейчас мы экспериментируем, друзья. Экспериментируем, пока эта женщина на нас смотрит и угорает, судя по всему. Вот мы идем, полностью разворачиваемся и должны прийти к доскам. Доскам. Да! Хорошо. Значит, это не генерирующийся левел. Тут все уже изначально сгенерировано давно. Все, понятно, окей. Методом тыка, друзья, будем идти. Теперь, если мы сделаем вот сюда, вправо пойдем, то будет заворот. Жесткий заворот, судя по всему, который приведет нас. Давайте пойдем назад, сейчас посмотрим. Так, не пугай нас, пожалуйста, ладно. Не испугала, молодец какая. Я так понимаю, вот сюда нас приведет. И давайте теперь это протестируем. Давайте протестируем. Вот идет заворот, 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 заворот. Вот так вот. И сейчас мы выйдем опять на коридор и пойдем направо и увидим доски. Все те же самые доски слева. Yes! Хорошо. Идем. Вот здесь у нас есть путь прямо. И дальше идет
либо сюда, и мы завернем сейчас. Да, либо направо. Вот он, единственный путь. Только направо. Но направо куда-то опять заворачивает. Ладно, я уже начинаю привыкать к ней. Потихонечку привыкать. И направо нас привело. Если я сейчас пойду назад, то куда я приду? Пошло ты в жопу. О! Так! Это что-то новое! Это что-то новое! Она пошла в эту сторону, идем за ней! That bitch! That fucking bitch! Ага! Вы голые ходите, вы знали? Максимально неприлично! Да! Есть! Ну, наконец-то! Господи, как долго! Сука, я не заберу! Я должен выбраться отсюда! Согласен с тобой. Вот это погружение в персонажа. Я максимально... Да, отпечатки! Я максимально тебя понимаю, чувак. Я хочу оттуда выбраться. Ой, распятие здесь. Ну, слава богу. Слава богу, здесь полно распятий. Теперь я защищен. Ох. Сфоткать надо или как? На память, конечно же, надо. Память — это самое дорогое, что у нас есть, друзья. Красиво. Продолжаем идти. В темноте. Ёлки зеленые, где мы? О, мы уже как будто бы и на улице. О, осень наступила. Кладбище? Как я здесь оказался? Продолжаем идти. Ненавижу кладбище. Здесь нас тоже будут пугать? Слушай, опять лабиринт. Нет, идем прямо, прямо. Все окей, все окей. Ну-ка. Фотка. Потом проявится. Да, мы пришли. Мы молодцы. Похоже, что это место заброшено. Да, похоже на то. Здесь точно никого нет. О, ну! Окей, нам нужно спуститься. Но не видно же ни хрена. Еще ниже. Что я делаю, господи? У тебя нет другого варианта. Нет варианта другого. О-хо-хо-хо! Охренеть! Вот это очень жутко. Они уходят тут глубоко вниз. Реально очень жутко сделали. Офигенный дизайн. Повсюду лестницы. Черт! Да, как это нервозно все, ребят, я не могу. У меня еще так громко все это, я даже едва себя слышу. Я максимальное погружение себе сделал, чтобы прям ба. Так. Кто? Где я? Хватит плакать, нытик. Господи, как я здесь оказался? Это подземная церковь. А где зажигалка? Кто? Читать. Собор Святого Юпитера закроет свои двери, церковь ужаса. Собор Святого Юпитера наконец-то захлопнет свои двери. После многих лет небрежного отношения и отсутствия ответственности за работу учреждения, правительство решило, что настало время положить этому конец. Извините меня немножко. Изнутри, сатана. В соответствии с отчетами жителей региона, собор Святого Юпитера полностью запущен, и анонс правительства — это ничего более, чем политический ход перед выборами, которые пройдут в следующем месяце. Важно помнить его длинный список происшествий, среди которых... С 47 по 49 год. Смерть 13 работников во время постройки собора между 47 и 49 годами. 51 год. Исповедь Нэнси Горинг в 51 году, которую сдал полиции сам священник Луис III. Массово отвергнутые поминки серийной убийцы Мэдисон Хейл в 87 году, год моего рождения, кстати говоря. Стрельба в 92 году, в которой трагично погибли 10 детей и 5 взрослых. Суицид отца Джорджа в 95-м. Собор Святого Юпитера наконец-таки закрывается в 15 году. Окей.
Какой-то проклятый собор, да? Понятно. Такое ощущение, как будто здесь кто-то жил. Смотрите, вы видите, банки всякие. Как, еще брошюра? Библейские лабиринты искусства. Посетите их. Наши лабиринты обновляются каждый год. Собор Святого Юпитера. Наши лабиринты? Я был в них. Я не обновляю. Я только что оттуда пришел. Охренительный лабиринт. Я не знаю. Ну, сфоткаю. Пофиг. Смотрите, 2022 год. Что? Ладно. Свеча. Я схватил. Итак, здесь... Да, посетите наши лабиринты. Идем? Оу. Стоп. Давайте сфоткаем. Все в граффити. Опа. Давайте посмотрим, что с этой свечкой можно сделать. Приблизить. Мы не можем ее зажечь. А что, у меня зажигалка все? Кстати, я кассету еще не послушал. Ладно. Погодите, нет, я не могу так пойти. Вот просто взять и пойти и не зажечь свечу. Нам нужно ее как-то зажечь обязательно. Знать бы только как, каким образом. Так, ладно. Это нам ничего не даст, судя по всему, да? Да, это просто фотка дебильная. Слушайте, ну походу нам нужно идти прямо вот так вот в темень. Больше нам ничего не остается. Реально ничего не остается. Идем. А, все, окей, ладно. 87-й год. А, давайте сфоткаем. Воу! А, и мы таким образом окажемся... Стоп, 87-й. 51-й. 2022-й. А, типа... Если это сфоткали, то мы ничего не получили, да? А если вот эту пустую стенку? Хрен знает, ничего здесь нету. Идем. О! Тут же, блин, темень. Вот можно сюда пойти. И заблудиться нахрен. А, светло, слава богу. А, еще один сейф. Так, взять... Короче, да, мы оставили предметы. Это невозможно, это место выглядело по-другому секунду назад. Опять это про лабиринты. Ну-ка. Колокольня, креугольный камень, исповедальня, желтый лабиринт, синий лабиринт, зеленый лабиринт, красный лабиринт. А мы где находимся? Мы сейчас вот здесь находимся. Погодите, а это зацепка? Вот, зачем я два раза сфоткал? Нам можно как-то избавиться? Да, можно избавиться. Я другие не сфоткал. Красный лабиринт находится вот здесь. Вот здесь я вообще не знаю, что находится. Башня, а колокольня здесь находится. Пойдете туда сходим, там было светло. Опа. Цвет жизни. Цвет мира. Цвет наших маленьких ангелочков. А здесь? Цвет смерти. Цвет вина. Цвет крови Иисуса. Опа! Это важно. Что мы на самом деле сфоткали? Почему-то все зеленое. Почему-то зеленое. А здесь будет, судя по всему, все красное, да? Как бы цвет крови.
Да, 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 все верно. Жизнь и смерть. Мы идем в жизнь, ибо все зеленое. Свеча красная. Смотрите. Опять же. А что написано? Библейские, опять лабиринты. Пошли в жопу. Давайте сфоткаем. А, вот же можно что сделать. Я только что услышал колокол на кладбище. Мы здесь ничего не можем сделать, друзья. Нам нужно идти. Нам нужно идти дальше. Кстати, везде, где фотки, оказывается, можно сделать, лежат фотки. Чтобы мы точно знали. Это нам ориентир, чтобы мы просто так ничего не фоткали. Вот эта штука, возможно, упадет. Стоп. Секундочку. Я предлагаю вернуться обратно, посмотреть на эти года еще раз. Они разные цвета. Желтый. Давайте это все сфоткаем. А! Вот этого я не ожидал. Почему? Почему? Почему это произошло? Типа... Я понял, мы в эти времена приходим, как бы путешествуем во времени, окей. Так, давайте тогда осмотрим весь собор 87-го года. Начнем с желтого лабиринта, да, это у нас будет... Да, желтый, синий, красный, зеленый. Все, короче, нам нужно осмотреть. Наверное. Блин, ну это ж прям реально лабиринты. Я тут заблудюсь. Или нет? Ладно, идем к Иисусу. Вот здесь мы должны что-то поставить. А, цвет крови, наверное. Может быть, вот это нужно поставить сюда, к Иисусу? Красная свеча. А это... Тут у нас была еще одна свеча, я помню. Она зеленая. Нам, может быть, нужно найти картинку с детьми, наверное. Точно. 100 пудов. Найдем картинку с теми детьми. Кстати, вот оно. Но здесь мы не можем поставить напротив этой картины свечку. Наверное. Погодите, тут еще можно куда-то пройти, наверное. Нет, все. Оставим пока эту свечку там. О, блин. Хватит. Пойдемте в синий лабиринт, посмотрим, что там. Вот это очень жутко здесь. Тихо. Брось мне. Блин. Ну тут везде Иисус висит, тут везде одни и те же... Блин, да что я так дышу? Потому что я бегу, я устал. Тут везде одни и те же фотки. Но здесь нет подиума, кстати говоря. Куда можно было бы свечку поставить? Значит, тут нам ничего не нужно. Окей. Далее у нас будет красный лабиринт. Мэтт. Сон Хейл. Это ее гроб? Ай, отсутствует. А это что за головоломка? Читать. Опять библейские лабиринты. Пожалуйста. Я думал, она упадет. Ладно, не упала. Зеленый лабиринт и красный. Давайте сначала в зеленый пойдем. О, блин.
Почему-то в некоторых местах только лампы... Погодите. Наверное. Ничего не изменилось. Я думаю, разумно будет сейчас собрать обратно все свечки и походить по разным временным отрезкам. И посмотреть, что там есть. Может быть, я там еще что-то найду. Так, в 22-м мы были, значит, нам нужно 51-й. Опа, сразу что-то у нас есть новенькое здесь. Опять брошюры эти дурацкие. Свечка, видите? Свечка, которая синяя. Хорошо, это нужно будет все-таки в синем лабиринте нужно будет поставить синюю свечку. Красным, красную, просто в правильное место нужно будет ставить. Значит, получается, должна быть еще одна желтая свечка. Что? Дочь моя! Исповедуйся, исповедуйся, давай. Привет. Извините, это снова я, отец Нэнси. В общем, я сделала это. Я наконец сделала это, я... Вы должны понять. Это было похоже на жизнь с монстром. Нет, он никогда не любил меня, нет. Он был жильцом, он лгал мне, лгал вам, он всем лгал, он был жильцом, он лгал себе, он пытался делать вид, что у него не было того прошлого. Он не был злобный, мерзкий, отвратный кусок мусора. Знаете, он просто хотел жениться на мне, чтобы убежать от своих преступлений. Он знал, что не может остаться... Он знал, что его прошлое его настигнет, он знал это. Он пытался делать вид, что это все позади. Но ничего не было позади. Она преследовала его, мучила меня. Отец, вы должны понять. Он руководил газовой камерой. Чего? Он взял столько невинных жизней, уничтожил их. Он просто... Кто так поступает? Бывали дни, когда я смотрела ему в глаза и видела... Пустоту. Сплошную пустоту. Ничего не смотрела на меня в ответ. Он уже был мертв. Лишь Господу известно, сколько жизней он забрал. Но теперь уже нет. Я убедилась, что он больше никому не навредит. Я убедилась, что он страдал. Я знаю, что Бог простит меня за мои грехи. Наш Отец в раю. Да светится имя Твое. Да придет царствие Твое, да будет исполнена воля Твоя на земле, как и в раю. Наш Отец в раю, да светится имя Твое, да придет царствие Твое. Так она два раза повторила. Она пошла уже по кругу. Так, хватит. Ты меня нервируешь, честно. Смотрите, лабиринты все те же. А имеет значение, в каком лабиринте ставить? Погодите. Здесь колокольня нам подскажет, какие цвета нам нужны. Еще. Итак. Цвет неба, цвет моря, цвет слез Марии. Бам! Тут будет синий, да. Окей. А здесь... Цвет света, цвет солнца, цвет нашего Отца Господа. Окей. Желтый. Знаете, это интересно, как сюжетно объясняется, почему здесь лежат полароидные снимки в это время? Неужели кто-то здесь был уже до меня? Кто-то проходил этот путь? Так, здесь закрыто. А сколько у нас всего свечек? У нас все свечки. Разве? Раз свечка. Два. Три. Всего три? Я где-то еще одну не нашел. Посмотрите, она какую-то записочку вытащила мне. Просунула через дверь. Он здесь. А я могу ее взять? Нет, не могу. Что это?
Что там такое? Свечка! Свечка просто так летает. А кто он здесь? Блин. Еще одна свечка. Окей. Значит, красная. Красный лабиринт. Где он у нас? Вот здесь он. Давайте, пойдем. Значит, нужно Иисуса поставить красным. Блин, моя рука. Моя рука, что за... Что за херня это была? Нет, нет, не выбираться. Не надо пока выбираться. Свечки поставь. Свечки поставь, иди. Здесь, вот здесь я не видел подиума. Он должен быть где-то здесь. Надо внимательно смотреть. Ладно, пойдем вот сюда. Так, так. Здесь тупик. Блин, что же ты напал? Это он? Кто-то он. Отец святой на меня напал. Потому что я свечку не поставил. Конечно. Надо срочно это сделать. Я сейчас, святой отец. Простите, пожалуйста. Иду. Вот! Вот! Все верно. Вот здесь мы ставим красный свечка. Где ты, красный свечка? Вот. Бэу! Цвет, кровь Иисуса. А! Сфоткаем! Бам! На память. Вряд ли что-то будет. Нет! Пожалуйста, без пуганий! Я подозреваю, что каждая вот такая свечка правильная будет пугалкой сопровождаться, да? Я не смотрел! Я не видел! Блин! Стоп! У меня есть фотик! Волшебный! Волшебный! Сфоткаем! Черт! Тихо! Берись! Идем! Все трясется! Потрясающе! Твою мать! Ладно, фотик не работает! Я не сойду с пути! Господи! Вот подиум. Чё? Погодите. Нет. Зелёное, это должны были быть... Должны были быть дети, на скрипках играющие. А мы бы тоже Иисуса поставить зеленое. Вот это. И? Неправильно. Наверное, может быть сюда? Зеленое. Да кто? Типа я неправильно свечку поставил, он злится. Черт! Говно! Кто это? Он в костюме был? У него был такой костюм специальный. Я не понимаю. Я правильно свечку-то расположил? Извини. Заткнись. Что это? Он меня прыгнул! За что? Я провалился аж сквозь стену. Я погиб? Нет, я в порядке. Так надо было. Эта жертва нужна была. Меня вернула. Погодите, но я же не использовал все свечки до конца. Чё за нафиг? Почему меня вернули? Он меня за ошибку наказал? Ладно, возвращаемся. Мне надо пойти забрать ту свечку. Надо пойти ее забрать. Пойдем, 51-й год за свечкой. Видимо, точно, я понял. Нужно в правильных временных отрезках ставить свечки. Я иду. Прости, чувак с противогазом. Чувак с противогазом? Что это вообще такое? Как это?
В зеленом, да, лабиринте? Я лоханулся, да. Пойдемте заберем. В зеленом лабиринте должна быть правильная картина, а тут была неправильная. И я поплатился, горько поплатился за свою ошибку. Сейчас мы заберем. Извините. Все, я забираю. Пожалуйста. Если я неправильно ставлю, то он, короче, меня наказывает и пыряет ножом. Вот как это работает. Окей. Значит, нам нужно еще посмотреть желтый. О, нет! Пошел ты. Да пошел ты. Черт. Да светится имя твое. О-о! Он не хочет! Он не хочет, чтобы я сделал все правильно. Так. Здесь свет. Блин, небо. А вот здесь желтый должен быть. У этих. У мудреца желтый. У Девы Марии этот синий. Да за что ты меня пыряешь? Почему он меня пыряет? Я ничего не сделал еще. Я даже не поставил свечку. Гад такой. Или, может быть, то, что я забрал, и он взбесился. Ну, там, в любом случае. Окей. Я сейчас из этого чувака буду делать кучу лишних фоток. Давайте попробуем в 87-м году поставить свечки. Идем. Бам! Переместился. Все. Все, 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 все. Что-то было? А, это дверь, да. Ладушки. Ну, давайте. Вот, здесь должна быть Дева Мария, по идее. Я очень смущен, если честно, вот этим вот приколом. Что за чувак? Так, блин, где ж подиумы? В синем лабиринте я тоже не находил подиума. А, вот! Да, я просто нужно идти на свет обязательно. Так. Ага! Это неправильный. Это неправильный. Все, я понял. Уходим отсюда. Значит, мне нужно синий только вот, который в другом году. В 93-м. Не знаю, я забыл, какой там год был. Я запутался. Вот сюда. Вот, выход, наконец-таки. Окей, пошли в желтый. А пойдем в зеленый. Сразу решим вопрос с зеленым. Точняк, да. Сначала зеленый, тогда уже решим до конца. Извините, что там двери открываются. Не хочу это. Как дышит он громко, вот мой чувак такой весь запыхался. Вот! Зеленый поставил. Педали. Цвет наших ангелочков. Я сфоткал, ничего не произошло. Вот сейчас меня опять будет пугать, да? Сейчас опять будет пугать. Это специально, чтобы запутать меня. Он... Да-да-да, все, все, отлично. Мы сделали. Теперь... Хватит скрипеть. Теперь разберемся с желтым лабиринтом. А что это было здесь? Тут что-то можно было посмотреть, мне показалось? Или нет? Какие долгие эпизоды здесь! Очень долго мы ходим. Здесь цвет желтый, мудрец должен быть. Вот. Прошу. Да! Цвет нашего отца Господа. А, это Господь. Мудрец. Но он мудр же, правильно? Конечно, мудр.
Черт, не туда пошел. Так, что у нас? Синее. Нам нужно вернуться в 51-й или какой там был год и пойти в синий лабиринт. Это последняя загадка. Последняя свеча. 51-й, да. Вау! Все, главное этому хрену не дать мне помешать. Быстрее. Быстрее. Тихо. Во, 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 во. Нет. Стоп. Как так? Че? Не в ту сторону пошел? Там был выход. А нам подиумы нужны. Вот сюда? Есть! Да, моя родная! Есть! Цвет слез Марии. Все, идем в колокольню. Я понял, все, иду в колокольню. Черт! Нет! Мистер Мразь! Черт! Как мне, куда мне, блин, идти? Вот! Где выход? Сейчас он пырнет меня, да? Вот, выход, отлично, 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 отлично! Скорее в колокольню! Только... Но здесь это было закрыто, да? Нам... Да, нужно 87-й год. Не знаю, где ты дышишь. У меня мало времени, да? Ты это хочешь сказать? Скорее, 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 по спидрану, друзья. Здесь он не дышит. Очень долгая загадка, но это прикольно. Смотрите, что-то здесь есть. Ключ. Конфессионария. Исповедальня? Ключ от исповедальни. Окей, идем. Но исповедальни в этом году нету. Значит, нам нужно опять вернуться в тот. Погодите, а. Исповедальня номер 3. Она вот здесь. Ну да. Ну да, нужно вернуться. И он там же, да? Он же там стоит и дышит. Он прям находится внутри исповедальни. Окей. Применить. О, Господи, милосердный, Господи, милосердный, пожалуйста, не пугай. Кто здесь? Фоткать. Что это? Ханс Горинг? Надгробие. Взаимодействовать? Что-то я... Что это? Что это? Я что-то достал. Вау! Закроемся просто. Нет! Все, закрылись. Закрылись. Здесь мы в безопасности. Нет! Тихо, держи дверь. Ух. Что это? Что это? Буква Ай. Ладно, буква Ай. Блин.
Сука, запарял меня, гад. Отличная новость, друзья. Я знаю, куда нужно букву А и присобачить. Я сначала думал, что нам нужно как-то вылезти на кладбище, то надгробие, туда, вот эту штуку, табличку на надгробие, короче, положить. Нет, это нам все не нужно делать. Нам нужно идти сюда. И буква Ай вот здесь вот, где пропущена буква Ай в имени Мэдисон. Вот, мы можем ее вставить теперь. И гроб сейчас упадет. Да? Ну что, Мэдисон? Что? Теперь... Мэдисон? Да! Что там? Что там на фотке у нас будет? Ничего. Естественно, ничего. И здесь только ее череп. А! Блин. Черт! Череп дай. Это ее череп. Да, ты... Опа, дверь. Идем. Мы... О, no! Папа, здесь все очень темно. Твою мать! Твою мать! Нам не дадут просто так спокойно пройти по этому коридору, да? Коридору не дадут пройти спокойно. Далее! Сплаттер! О, no! Но у нас есть волшебная... Нет, волшебная камера не помогла. Смотри. Брикс? Кирпичи? Я их много отложил, да? Очень страшная игра. Погодите. Давайте посмотрим фотки. Избавиться. Или нам нужно просто назад идти? Стоп, а может быть нужно какой-то портрет? Ладно, давайте сходим. Да, скорее всего точно нужно сюда, потому что здесь свет мерцает. Не просто же все так. Что здесь? Она замурована. И видите, теперь там начинает. Хорошо. И там дверь закрыта, как видите. Что-то меняется? Да, видите, постепенно все больше лампочек начинает мерцать. Хорошо, продолжаем ходить открывать двери. Пока все не начнет мерцать. О, блин. Что? О, блин. Это лицо вот этого портрета так внезапно прям перед камерой. Да, блин. Дэх, убери ты свой нож. Сколько ты уже ножевых мне... Почему он в таком костюме? О, oh, no. Так, здесь закрыто. Идем сюда. О, боже мой, это не закончится, да, никогда? Но я фоткаю эти портреты, они ничего не дают мне. What? Я хз, я вообще не знаю. Ну вот, дверь открыта. Сейчас, по идее, появится этот чувак. Блин, черт! Все падает! Все падает! Бежим от него! Мы можем от него бежать! Смотрите, дверь открыта! Бежим! О, боже! Мы вернулись! А, чердак! Мы вернулись! Есть! А что мы, какой мы артефакт с собой? Череп! Неужели сюда? Нет! А куда нужно ее череп положить? Хорошо, мы в следующий раз обязательно разберемся, куда нужно класть этот чертов череп. Боже мой, это просто выпуск сплошной лабиринт. Повсюду лабиринты были.
Надеюсь, вам было весело и страшно, как и мне. Огромное всем спасибо, что смотрели. Крутая игра, мне очень нравится. Мы продолжим, я думаю, еще пару выпусков по ней сделаем, точно. Ну, в общем, лайкайте, подписывайтесь, комментируйте, ставьте свечки почаще. С вами был Юджин, и всем пять!